Казалось бы, на Сабантуе можно увидеть весь комплекс приемов и ассоциаций, знакомых с детства, но ежегодно находятся новые мотивы. Время и обстоятельства позволяют развернуться фантазии. Так в Альметьевске гости смогли попробовать главное угощение праздника – гигантский баурсак, выполненный в форме футбольного мяча. Традиционные конные скачки и национальные состязания, борьба куреш, бег с ведрами, разбивание горшков, музыка и танцы. Аутентичные мотивы не заменишь никакими нововведениями. Именно поэтому так привлекателен этот праздник. Кстати, 23 июня в Березовой роще поселка Мирный Приволжского района Казани, где пройдет завершающий Сабантуй, появятся гости чемпионата мира по футболу и болельщики. Такое увидишь лишь раз в году. Очень много, во-первых, детей. Очень красивые костюмы, да, посмотрите. И вот это вот сыграло прям на полные 100, да. Пусть этот праздник удастся до конца. А традиционный праздник плуга в Зеленодольске прошел в тесном переплетении народных и футбольных мотивов. Гостей праздника встречали чак-чаком в форме футбольного мяча, а черлидеры танцевали под татарскую музыку. Мы не меняем в сценарии Сабантуя практически ничего годами. Умышленно этого не делаем. Только для того, чтобы было то, за что держаться. Поэтому Сабантуй – это то, за что мы держимся. Ежегодно формат национального праздника меняется, но традиции сохраняются. Дмитрий Пивоваров, телеканал «Эфир».